Яблочкова, Гончарова, да. Вы знаете, я не очень верю в эту инициативу. Вот судя по жильцам нашего дома, этот вообще был дом 30 лет назад, там, где 40, он заселен работниками исполкома. Здесь была чистота, порядок, эти все люди ушли, к сожалению, в мир иной. И новое поколение, я не знаю, ну вот... Это не только в нашем доме. Вот едет машина, шикарная машина, какая-то иномарка, едет в ней дама, накрашена, она говорит по телефону, она выбрасывает пакет от чипсов на дорогу. Я, вы знаете, несколько раз останавливала машину, выходила и говорила, вы потеряли, вы уронили, это ваше, и забрасываю в окно. Я не могу, вы понимаете? Ну, не могу выбросить, вот ношу в сумке с собой обертки от конфетки, там еще что-то. Но я вхожу в лифт, в котором собачки сделали все свои дела, и никто за этим не убирает. Ну, соберутся несколько человек, так они и так. Вот у нас есть мусоропровод в доме. Я ни разу не выбросила туда мусор. Я хожу с пакетиками, выбрасываю рядом в мусорный бак, потому что запах, который ощущается, он доходит до моей квартиры, где нет никакой изоляции, ни звуков, ни запахов. Она расположена между двумя кухнями. И когда соберутся несколько человек, которые хотят, их не поддержат. Не поддержат бедные старушки, которые живут в нашем доме, потому что у них нет на это ни средств, ни возможностей. Понимаете, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Ну, банальная, тривиальная вот эта вот истина, она, к сожалению, действует. Не очень верю, не очень. Ну что толку, вот я буду вопить в этой пустыне. Ну давайте, друзья мои. Ну пройдут мимо, посмотрят косы. Ненормальные какие-то, но убирай. Это я помню, у нас тут была одна соседка, когда я там заслуженная артистка, там, подоткнув юбку, беру и убираю. У меня дверь у входа, и я понимаю, что через меня все ходят, и я, значит, убираю. Она выглядит и говорит, а у моей двери? Я так немножечко прибалдела, думаю, ну да, надо же, я приучила к тому, что я тут, оказывается, мою. А почему ты у меня не моешь? Поэтому не знаю, как. Ну, дай бог, может быть, инициатива будет как-то вот реализована. Хотелось бы, очень хотелось бы. Кому не хочется жить среди красоты, чистоты, ароматов приятных? Ну, вот в мою квартиру идут запах. С одной стороны кухня, с другой, со стороны спальни. Там жарят селедку, там варят ночью горох. У меня вообще-то вот аллергия, например, вот на какие-то такие острые. Вот сегодня я проснулась с распухшим глазом. Не знаю, что-то попало, какая-то вот эта штука. Не знаю даже, что сказать по этому поводу.